На главной площадке волейбольного центра в Одинцове прошли всероссийские соревнования по всестилевому карате, которые собрали более 1500 участников из 35 регионов России. Судьи отметили высокий уровень подготовки спортсменов. Период пандемии дал им время для интенсивных тренировок и заставил соскучиться по состязаниям. Спортсмены, тренера готовились серьезно, тем более это мастерский турнир. Люди, спортсмены старше 18, они при соответствующих там требованиях, они могут заработать тут своим потом, кровью, там, победами звание мастера спорта России по всестилевому карате. Спортсмены выступили в двух возрастных категориях – от 12 до 18 лет, а также 18+. Чтобы отточить технику, они тренируются практически каждый день. Главный стимул – стремление к победе. Я занимаюсь карате уже 5 лет, это 5-й год. Сегодня всероссийские соревнования проводятся. И за это дают КМС. Если я займу первое место, мне дадут КМС. Это развитие. Ну, как бы каждое соревнование – это развитие. Поэтому решила. Ну, это опыт новый. Участники выступили и в командных поединках, и в двоеборье. Соревнования по всестилевому карате объединяют различные дисциплины этого вида спорта. У нас есть разные дисциплины. Есть индивидуальные, там ката, например. Есть кумите. То есть спортсмены выясняют, кто из них сильнее путем поединков. Победитель проходит дальше. Всероссийские соревнования по всестилевому карате в Одинцовском округе проходят 6-й год подряд и уже стали традиционными. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».